Друзья, слово для приветствия предоставляется заместителю муфтия Москвы Марату Хазрату Алиеву. Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракату. Мир, милость Всевышнего вам и его благословение. Бисмиллахи рахмани рахим. Вассаляту вассаляму аля харихалки Мухаммади ва аля васабежуин ва альхамдуллахи рабли амин. Хөрмәтле кардәшләрем, хөрмәтле якташларым, сезне чын күңелдән бүгенгесе тантаналы булган концерт белән тәбриклим. Уважаемые башкиры, уважаемые земляки, уважаемые родные наши, братья и сестры, всех вас поздравляю с сегодняшним концертом, который... с которым мы начинаем празднование в этом году столетия башкирской культурной автономии, столетия празднования, столетия башкирской культурной автономии, создания башкирской культурной автономии. Всех я вас поздравляю с этим. Мы, жители района Бутово, юго-запада Москвы, столицы. Мы все празднуем, начинаем этот праздник. Всевышний в Коране сказал: «Я создал вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, чтобы вы учились друг у друга, чтобы было вам совместное ваше сожительство на земле было интересно». И в этой связи хочется сказать, что в нашем районе живет около 35 национальностей. В нашем районе, в Южном Бутово, это 200-тысячный регион, 200 тысяч населения, в котором проживают 35 национальностей в духе добрососедства. Уважаемые друзья, я вас всех приветствую в этом уютном зале, ставшем нам родным и близким, Центр культуры и досуга «Лира». Я благодарю руководителей и всех устроителей этого праздника с прекрасным мероприятием, которые всегда готовы прийти к нам, пойти к нам навстречу и организовывать такие прекрасные праздники, которые мы уже делаем не в первый раз. Сейчас я хотел бы от имени муфтия города Москвы поздравить вас с этим прекрасным праздником и пожелать вам хорошего вечера и хорошего мероприятия и праздника. Поздравляю вас. А сейчас я бы хотел передать слово для награждения почетной грамоты. Спасибо. Значит, ну, естественно, это разные национальности. Я представляю штаб татар Москвы, наверное, все, кто в соцсетях, все прекрасно нас знают, потому что в татарском, башкирском мире мы самые такие, наверное, продвинутые и мощные. Вот. И к вас тоже призываю, вот штаб татар, набирайте, смотрите фильмы. Мы, значит, единственная организация такая в Москве, которая в своей политике по сохранению языков вместе с башкирами, значит, проводим мероприятия. Вот мы во многих институтах проводим студенты татарской общественности, башкирской общественности, у нас все вместе. Мы проводим совместные ифтары, значит, проводим концерты тюркских народов. Вот приезжал знаменитый ваш спектакль ансамбль, да, из Башкирии, вот тоже мы целый день провели вместе, они были у нас в гостях, значит,
Башкирский, мы проводим вот Сабантуй, тоже у нас везде, значит, татаро-башкирский Сабантуй. Вот. И вот мы 24 числа с конгрессом татар, значит, Шамразеем, едем в Башкирию. По Башкирии у нас будет такие, вот тоже так же по сохранению языка. Но язык башкирский, язык татарский практически одинаковый, и сохранение его зависит только от нас с вами, так ведь? Как мы будем, что мы узяра татарша, башкирса сөйлешерге, узяра варалашерге, узяра балаларны защитрятерге, ну, бізден тұрайынды. Бізден по-татарски, кто говорит, никто не запрещает там языки, так что все от нас зависит, вот. И в этом деле, значит, вот нашей, в этой политике, в нашей деятельности, вот, Ахтельмя нас помогает, поддерживает вектор нашей политики. И вот мы сегодня пришли от нас, от нашего коллектива, хотели поздравить и почетную грамоту подарить вам. Просто давайте брега плавас, брега шлемес и без болтравас. Thank you.